Бинго-бонго и джимба-джама, дорогие мои. Сегодня Алабама, мы находимся на Витфесте. И, кстати, мои партнеры подогнали мне эти чудесные 3D-очки, поэтому сегодня Сережа и микрофон будет в 3D и 4K. Эй, я тебя узнал. Да, и тебя тоже. Ты же Моргенштерн. Я всегда верил, что у тебя татуировки не настоящие. Ты модный. Спасибо. Но у меня еще дреды не настоящие. Я их вот снял, думал, не узнают. Узнали. Но мы узнали. Мы узнали. Когда новый альбом? Ну, я думаю, ну вот осенью я хотел выпустить в конце где-то. Как в Испании отдыхается? Ну, я встретился с Кизару. Мы с ним договорились. Ну, вызвал меня на фит. И, короче... Скажи, пожалуйста, Кизару слабый на задок? Ну, слушай, ну, в принципе, там все нормально. Типа, если так нормально проходит. Честно, я думал, ты пару слов не свяжешь, но рэперы, они же все такие. Ну, типа, знаешь, когда все это происходит неожиданно, я теряюсь немного. А когда речь заготовлена, то все в порядке, я говорю как... Ладно, хочу. Давай дальше, тусинг продолжается. Что тебя побудило на вот это все? Отлично, ты любишь острые ощущения? Спасибо. Чтобы у тебя еще такого спросить, ты всегда любишь окружение из мужчин? Да. А тебя приятно пахнет? Ты сегодня не из спортзала? Нет, я сегодня из спортзала, я думал, что от меня уже неприятно пахнет, если честно. Отлично. Скажи, как начать здоровый образ жизни? Никак, надо его просто начать. Не бывает никакой мотивации, ничего. Просто нужно начать решить для себя. Вот именно, правильно. Да. Как мы с тобой? Как мы? Надеюсь, да. Надеюсь, да, дружище. Пацан подошел ко мне и попросил фото. Он подумал, что я приятный Эльдар. Кто такой приятный Эльдар? Ты знаешь? Лева. А. Ну все тогда. А он модный? От него приятно пахнет? А откуда ты это знаешь? Для чего вообще нужны блогеры? Ну, во-первых, это времяпрепровождение, то есть это все-таки развлечение. Как ни крути, все равно, к примеру, мой канал кулинарный, я думаю, 70% людей не готовят. Они просто смотрят, как чувак готовит, либо как он ест. Ну, то есть, вот так вот. Поэтому первое – это все-таки развлечение. Да, понятно, что где-то польза есть, где-то этой пользы нет, но, тем не менее, это как… Там стрекоза села, это как в ресторане, точно так же. Типа можно сказать, вау, какой там креатив, какой дизайн. Первое – это бабки. В ресторане должны крутиться бабки. И это для этого и делается. Добрый день. Здравствуйте. Я вижу, вы любите читать. Да. Как вам книга? Мне понравилось, на самом деле. Очень хорошее практическое применение. А можно показать моему оператору? Он просто тоже читать любит. Какая вам глава больше понравилась? Мне вообще понравилось вообще все понравилось. Мне сказали, тут Варламов ходит такой кудрявенький, это ты? Да. Привет. Ты какой-то странный. Ну, я немножко уставший. Понятно. Че, как жизнь? Прекрасно, детей пытаюсь отловить себе, пожрать на 40 лет, а то опять в пячку впаду. Ты блогер? Нет, но... А что ты здесь делаешь? Я работаю на стенде... который называется «Лабиринт». Вы можете пройти понятно, вон туда. Понятно. Спасибо. Нет, тусинг. Смотри, тебя многие называют королевой мемов. Это так? Не совсем так. Мем-императрица. Окей, тогда где твой король? Нет короля. А где твоя мемляндия? Мемляндия? На Ютубе. А канал «Огни и Огонек» подписывайтесь, ставьте лайки. Пару слов о Николае Соболеве. Николаю Соболеву, да, я хотела бы задать несколько вопросов. Ты можешь задать, думаю, сейчас. Тоже. В камеру, я думаю, лучше, да? Вот это. Да. Николай Соболев, скажи, пожалуйста, почему ты стесняешься указывать настоящих авторов информации, которую ты используешь в своих роликах? Вот, например, скетч из ролика «В тюрьму за мемы». Ладно я. Ну, ребят не указать, которые сняли этот ролик. Ты же не у меня украл. Ты у ребят украл. Фак. Это ужасно. Коля, ну как же так? Негодник, я думаю, его научат в поперы, найдут и накажут. Как ты провел это лето? Провел это лето, на самом деле, в поисках новой информации. Никуда особо не выезжал. Для отдыха я планирую зиму себе.
постоянно. Так что это лето прошло в работе. Отлично, отлично. Работать — это хасл, это хорошо. А, смотри, такой вопрос. Мы сейчас увидели то, что на лектории тебя посвятили в научпоперы, это так? Ну, в принципе, люди думают, что я делаю научпоп. Да я просто от этого отрекся. Типа я делаю развлекательный контент. На самом деле для большинства людей, конечно, это научпоп считается, потому что научная информация подана простым языком. Но что поделать, переведить я никого не смогу в любом случае. Я просто буду думать, что я делаю просто развлекательно-познавательный контент. Окей, окей. И завершая, финалочка, дальше идем тусинг. Тебя тут ждут фанаты. Какую пользу приносят блогеры? Развлекательную. Людям нужно расслабиться. То есть YouTube — это развлекательная платформа, там выгружает все, кто хочет, и люди уже находят по интересам, что им нравится смотреть. В любом случае, это развлекательный контент, даже научпоп — это развлекательный контент. Поэтому просто пришел домой, почилить захотел, такой откис. Покушать. Да, да, макарошков там с мазиком навалил и включил просто какой-то видосик. Все. Как вы можете заметить, тусовка заканчивается, но тусинг, он продолжается, тусинг, он вечен. Вот, поэтому мы пойдем дальше уже домой, этого не будет дальше в видео. И хочется сказать только одно, смотрите все в 3D, я, кстати, в 3D, и подписывайтесь на канал, а я пошел тусить дальше. Всем йоу! Я топать на всех, вы кумир, но в школу нахуй вас добрый.